Всем привет! Вы на канале Я Кубики. Мы показываем на нашем канале, как купили старый дом и обустраиваем вас под новый. До подъезда к нашей деревне мы решили посмотреть, какая кукурузка. Сорвать пару кукурузин. Нормал, сейчас нарвем. Надо заходить туда. Главное не ломать кукурузу, потому что могут вздрючить. Возьмем пару штучек и все. Смотрите, ищем такие, где уже вот это вот такая, видите, как завяло. Посмотрим, дома разберем, не знаю, наверное, может и слабенькая. Где выход? Помогите мне, пожалуйста. Вот мы прибыли в деревню. Начали обходить. Так, сегодня нам подвалила задачка. Задачка в виде работы. Какой работы, я вам сейчас объясню. Я иду туда. Сегодня мы будем попрошайничать в деревне. Смотрите, деду, ну, комбайн отжал уже это вот, как его, зерно это. Жито, что там, я не знаю, жито, овес. Ой, какой овес, жито, зерно. Я у него хочу попросить вот эту солому. Солому, потому что у него нет хозяйства, там нету животных, ни свиней, ничего. И он это... И он эту солому, просто палит. А я ее хочу взять и положить между рядами голубики. Потому что голубику мульчируют как опилками, так и соломой. Эту солому возьму, положу между рядами и не буду уже здесь косить. Солома приглушит эту траву и будет супер. Во-первых, будет тепло, солома кислая, и будет давать кислоту еще голубики. Это мы пойдем к деду, попросим у него солому, и там еще у соседей тоже там отжали. Тут такой смысл, что вот эти соседи, что у нас, у них тоже нету животных никаких домашних, у них тоже зерно, они все сделали, у них куры есть. И через них тоже соседи. Но у них есть животные, им надо солома подстилать. Но я спрашивал у дочки деда, они сказали, что, знаете, как в деревнях, враждуют между собой. И то есть они не будут отдавать вот эти соседи следующим соседям солому, так как они враждуют. Я у них тоже спрошу, если им не надо, и у них заберем. Как будем забирать, я не знаю. Мотоблок, может, мотоблоком, может, не знаю, может, проще будет каким-нибудь этим, на клеенку будем стелить. Но я думаю, вход пойдет мотоблок наш. Так что вот еще раз покажу. Айс ходит, лягушек ищет. Ну вот эта солома, смотрите, эта солома может даже нам прикроет, ну не все, ну что-то прикроет. Так что вот так, приехали ложить блоки для камина. А придется таскать солому. Я еще сейчас, они там пошли кушать, я слышал, они кричали. Сейчас они покушают, я выйду, поговорю с ними и начнем возить, наверное, солому. Заведу своего коня мотоблока и будем возить. Итак, Жорик поел, пришли Жорика сразу. О, смотрите, гребет. Что он там будет делать? Жорик молодец, смотрите, орех удобряет мой. Серит под орех. Жорик, молодец, хоть в чем-то твои плюсы. Значит, Юрьевна нашла себе работу. Сейчас я ей даю тяпку, она идет выковыривать лучок. Это без зубов, которая? Без зубов. Сейчас вы подчахаете ее. Первый работник готов. Вот так, видите, всех приручил. Кота приручил. Где? Тачку на прокачку. А какую вам тачку дать? Та тяжелая. А нет, давайте я вам тачку дам там и кошек. Вы будете в кошек ложить? И в кошек, и тачку. А потом в тачку выкидывать. Или будет, давайте здесь расселим. Не снимай меня. Я себя снимаю. Да. Вот теперь вас. А теперь... О, трэш. Вот если бы мне всунули в голову эту тяпку, вот это миллион просмотрел бы. Дом бы достался бы. Юрий, мне дом бы достался бы. Поднимите, типа так, фу. Это... Тяпку и, что? И кошек. Это будет застава. Ну,
Эмоции, а тебя, кошек. Эмоции. Какие? Типа. Максим, Юля, иди в баню. А? Ну давайте, ну попробуй. Что можешь, Аня. Ты же меня доведешь, не хочу. Да вот надо довести, давайте. Ну давайте, заставка будет. Вот. Шо, гоню я к деду Мише. Спрошу насчет соломы. Может, передумал, может, она ему надо будет. Там у деда внук приехал помогать ему. Не знаю, как он там реагирует на камеру. Сейчас зайдем к деду Мише. Ой, дед Миша уже зерно убирает. Я спрашивал у дочки. А? Я спрашивал у дочки, или солома вам это нужна? Нет. Я ее могу забирать, вы же ее палите. Я да. Ее между рядами посажу этого, чтобы не росли. А ты куда? Сюда ты? Не, сюда между рядами ее положу. Между рядами голубики. Ну, бери, снимаю. Забирай. Все, а мотоблоком ее, значит, забрать будет. Мотоблоком надо будет забирать. Ну, мотоблоком. Короче, видите, вот такого планы в деревне меняются. Приехали блоки ложить, а будем забирать что? Солому. Ну ничего, это тоже очень хорошо, очень хорошая новость. Вот так. Что там Женька делает? Женька делает, да? Да будет интересно, я никогда солому не возил. Наконец-то пришел званный час нашего принцепчика. Званный? Званный ужин. Званный час. Пауки его эксплуатируют полным ходом. Подожди, Максим, мусор убери сначала с него. Остатки от кирпичей, от пеноблока. Туда скинь. Ручка сломалась, мне кум Паша сварил вот. Сейчас его как раз в действии проверим. Я сейчас его сделаю, бортик присоединю, там бортика нет, смотри. А я буду готовить картошку с лисичками и с мясом. Жаркое такое. Сейчас выводим главного нашего коня, без которого мы сегодня бы не справились. Запылился бедненький, а? Смотрите. Ждет своего часа. Вот и настал его час. А, мой маленький конь. Надо мне в будущем переделать вот эту вот систему. Она очень давит сюда. Из-за этого она сломалась. Надо такую, знаете, как идет в кардане такой. Типа там... Трезубец, типа такие три вилки скрепляются, чтобы они ходили и вверх, и вниз. Все, сейчас сделаем бортик. Где наш бортик? Вы, блоки, подождите своего часа. Готово. Все, аппарат готов. Поехали!
жарище капец. Я буду раздеваться скоро. Я не знаю, как там рыбаки ловят. Ну что-нибудь? Я так буду полдня возить, тут уже вот целый прицеп. Да, видишь, это притяг бы. Нема за что. А во, за эту, во, во. Да, о. Пусть будет, да. Я потом притяну. Ну потом, когда на это. О, да. Ты в курсе дела, не? Да, я знаю. Вот, ремешок дали. Нет. Где такой ремешок дал стягивать? О, стянем как раз. Капец, а тут я забрал, наверное, метров 5 и все. Прикидывайте. И все. За сколько мне здесь полдня его убирать? О-ля-ля. Да, это работки на целый день. Сейчас залезу, втопчу. Юрьевна, там уже лук. Соседи! Насиновали. Все, вот таким процессом мы будем собирать всю солому эту. Этой соломы, я думаю, нам будет предостаточно. Загрузить загрузил, а уехать не могу. Ай, как меня это начинает раздражать. Вы не представляете. О, сейчас буду свечу снова. Свечу надо купить, да все. Сейчас пойду почищу свечу и прилечу. Максим собирается ехать за второй порцией. Смотрите, сколько мало. Это только один заход. О, накидали. Совсем немножко. Но толстым слоем, конечно. Максим сказал, не ходи, потому что будешь вся чесаться. Чего ты не едешь? Проверю свечу. Заведется еще раз, не? А, проблемы со свечой. Но я заехал, загрузился, не мог завести. Откручиваю свечу, зачищаю, блин, свечу. Для таких вещей у хорошего хозяина всегда свечи есть. У меня нету. Значит что, это значит ненадежная лошадка, все. У меня, ну-ну-ну.
Сейчас постоит немножко, посмотрим, типа, заведется или нет, чтобы я потом не бегал туда-сюда. Ну, вот что получается. Ты показывал? Да. Это мы взяли, наверное, 2% с поля и тут половину закидали. Ну, сегодня и... ты повозишь. Ну, блоки чувствую. Отменяются, во. О, сколько блоков уже. Во, сколько блоков. Сложенные рядки я показывал. А, молодец. Если что, положим там в кучу, будем, типа, так подкидывать мульчу. Вот проверим как раз. Я в интернете смотрел, что голубику можно мульчировать сеном, соломой, то есть. Вот посмотрим, как что лучше. Будет у нас голубика вся в соломе, еще в таком приличном слое. Вот мы с мамой тут ползаем, как полы моем. Смотрите, трэш-видео. Трэш-видео рассказываю. У меня уже дыхания не хватает. Вот это да. Мы работаем как дружная команда. Короче, хорошо, что я еще у тех соседей солому не попросил. То было бы. Я тут деда не знаю уже куда деть. У меня, смотрите, все ноги уже подрапанные. Надо было штаны одеть, но хорошая мысля приходит опосля. Лучше, а еще есть лучше поздно, чем никогда. Вот. Я уже вся мокрая. Расскажи. Пот течет. Мама там работает. Оставили маму за главную на голубике. О, сейчас бы в озерцо нырнуть, да? Иди нырни. В озеро рядом нырнуть нельзя. Иди нырни, я сейчас как пойду спустить. А что ты уже не хочешь? Ну сейчас положи, где топтать. Включи. Правило 4. Сейчас Женя топчет. Тебя. И вообще, короче, мы забрали в 2. Ты не рассказал правила 4. Правила 4. Ну, 4 угла. Максим раскладывает особым способом. Раз кучу, два кучу, три кучу, четыре кучу. А потом я начинаю это все топтать, как слон. Нагружаем целый вазон. Хоть где-то. Нагружаем целый прицеп. Хоть где-то Женин лишний вес пригодился в плюс. А была бы Юрьевна, то мы забрали бы сразу все три ряда, она втоптала бы. Еще по соседям поехали. Но. А вот дедова картошка. И дедова солома. Топтать уже? Зачем топтать мою любовь? О, началось. Сразу проваливаюсь. Ой, знаешь, как я представила? Я как Челентано. Та-та-та-та-та. Та-т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 а-
А может и солома нет, потому что что-то я не кинул, уже побежать надо. Может быть. А мы монтажники, высотники. Причем? Деревни. О, высотники. Строишь? Женька на высоте. А ты строишь что? Трэш был, что-то не упало. Собирай, слазь. Это ты так положил? Ага. Положил я. Ага. Упала жена твоя, на твоих глазах ты даже руку помощи. Ты не упала, чтоб ты упала, тогда было бы классно. Молодец. Был бы трэш. Вот, Женя, уже смотрите. Мы, короче, с этим коником маленьким сейчас заберем целый этот. Давай, еще мне сюда соломы. Я заметила, у соседа по нашему принципу качель сделана. А тут половину деревни сделали. Посмотрели, какая у нас качель. И такую уже сделали. О, лошадка, но. Вот смотрите, сейчас вам покажу, что там. Так. Вот так вот. Два типа ты как бы садишься. Озеро. Иди сюда, мои маленькие, хорошенькие. Я думаю, что-то кясть у нас здоровый. Смотрите, какая лягушища.
Где Аист? Аиста нету, надо его позвать. Вот же они уже где, смотрите. Она же не может. Максим меня хочет уже полностью тут закидать. Я уже боюсь куда-то ступить. Говорит, давай еще разочек кину и поедем. Да, не кидали. Я как на сеновале буду ехать. Царское ложе. Вот, смотрите, уже мне по бедра. Решили спать? Да, и чесаться буду сегодня. Буду как чехоточная. Давай еще вперед сюда. И попрем. О, колосок. Что, он пустой? Вот что мыши заводятся. Они в таких колосках ищут хоть зернышко. Есть тут зерна, нету. Есть. Знаешь, чего появляются в этот сезон мыши? Вот такие вот зернышки мыши ищут. Ого, мышь, мышь! Покажи. Под ногой твоей или убежала? Наверное, убежала или под ногой? Нет, убежала. Все, она убежала под этот, под мотоблок. Ага, я падаю, падаю, падаю. Ой, Максим, давай поедем уже. Ну, да. Ну что? А, Максим, а если мышь тут? Ну, она ж туда где-то. Максим, я сейчас буду лежать, она по мне будет скакать. Угу. Я не хочу. Держи. Как ты думаешь, она вылезет отсюда? Да нет, она всегда чует женское тепло тело. И пот? Да. Не надо. Блин, все, капец. Я уже боюсь. Что, готовы? Готовы. Гоу, гоу. Так, как мне лучше, передом лечь или... Блин, а мне прислонили мою эту. О, поедем с вами так. Смотрите, в какой я позе буду ехать. Максим, сними меня, как я буду ехать. Давай ты мотоблок пустишь, а я буду ехать и... А я за тобой. И рулить я могу. Да, смотри. Давай. Путь. Давай. Немножко достать. Так, так можно на сидушку, на. Поехали. Какая поза. Вот так. Ну что, девчата? Поехали. Гоу, гоу, гоу. Все, скинул меня здесь. Сказал, солому экономить надо, а эту вот разбросать надо туда вперед. Кто сказал экономить? Максим. А чего? Что там мало? Уже мало уже. А меня не надо. Давай вот эту вот солому раскидаем туда дальше. Ну, давай. Откуда ты появился на мою душу? Я больше не могу. Все. Бобик сдох. Бобик сдох. Фу, я иду в тенек. Фу. Буду вам стенька показывать. Я больше не могу. Ой. Подожди, сейчас я приду. О, Аист летит. Аист полетел. Мама! Мам! Там мышь. Где? В соломе. Смотрите, сколько мы уже сделали. Все в соломе. Голубика вся в соломе. О, как будто у нас тут комбайн прошелся. Я надеюсь, это потом ветер все почищает. Вот эти вот, смотрите. Все в пыли. Смотрите, какие ножки. Мама спряталась в сарае вон. Вытряхивает ботинки свои.
Эта песня посвящается моим подписчикам, которые постоянно меня смотрят. Косю я с конюшину поглядал на девчину, поглядал на девчину. А девчина я себе поглядала, ты я с ней. Ты скажи. Мне. Что-нибудь мне. Вот что уже на соломе, вот. Нанюхался соломы. Сиреневый туман над нами проплывает. У Максима, кажется, солнечный удар. Носите кепки, господа, и панамки. Прилягу, прилягу, чарапочком на рейс. Давай, топчи, топчи. Я уже не могу. Я нашла точку опоры. Давай, Женя, потому что это еще будет... 10 раз больше. У меня уже загар из грязи. У кого? У меня. А мама спряталась в сарае от тебя. Где? В сарае. Я вижу. Женщина! Грабли там, у стенки. Показывает мне. Я... Обычный маршрут. Садимся на кресло. Встаем. И идем топтать. За эту работу я Жене даю немножко поуправлять моим конем. Я думала, дашь мне что-нибудь там каких-нибудь денежек. Я дам тебе. Интересно, я провалюсь. Ух! Воздушка. Сейчас я потопчу и ничего не будет. Я уже говорю. Сейчас еще как раз вот до половинки дойдем и в следующий раз заберем. Ой! Ой. Ой! Ой, ты навалил, я сейчас там останусь внутри. Навалил я в другом месте. Где? Смотри, как подувает этот потер лезет. Отдувай, ну что это за хрень? Семена! А? Семена. Это с этого, с бодяков этих. Ну, семена. Колючие. Мама, смотри, что-то падает. Наверное, одуванчики. Нет, сынок. Это десантники. А вы что думали, это за кадром кто-то поет? Это я, Макс Мастер. Подписывайтесь. Сына, тут твоя мама топтала бы, забрали бы все. Да, если бы мама топтала, один раз. Она бы только встала бы, сразу бы все просела. А, колеса подвали. Ты что, моя мама пушинка, как эти семена. Мама смеется. Мама все. Ничего себе, у вас там слух! Это мама с Максима смеется. Максим для нее, мне кажется, пальчик. Пока что она будет смеяться. А мама выбрала себе зятя. Мама да? Себе выбирала зятя, а не мне мужа. Меня выбрала. Да, это все моя мама. Смотри, какой хороший мальчик. Спасибо большое. Это такой мне обузу накинуло на плечи. А, вот твоя обуза сейчас тебе топчет солому. Таким ремнем Максим стягивает. Я показывал, дед дал. А, дед, да? Миша. Вон я пока доезжаю, он слетает по ямкам этим. Ага. О, мои ноги даже защемил. О, если я так поеду, я упаду. Я буду за рулем. Ты? Да. Лови меня. Она заработала. О, баба! Не баба, а мечта! А я за пивом! Тормози, Вася! О, сделали ряд. Второй, третий, четвертый. Но не до конца, там немножко не хватило. И там еще не хватило. Пих-пах. Мусорку прозевали. Не прозевали, мы ее видели. Ну, видели, давай, как она уезжает. На уровне этого. Не уравняйся. Ух, смотри.
сейчас, ему хорошо, будет там искать. Итак, вот так прошел наш денек, думали отдохнуть, а ну его знаете такой отдых. Так что вот, прошел этот денечек, он прошел благополучно, с пользой, суперски. Так что сегодня мы что, забрали у деда всю солому? Мы забрали у деда солому, завтра мы придем соседа, к вам! Соседа. Так что спасибо, что нас смотрели. Женщина там какая-то меня перебивает справа. Да-да. Спасибо, что меня смотрели. Ставим лайки, комментируем, конечно же, и колокольчик. И ждем ремонт ванной, плитку еще одна, бля, и камин. Эта песня посвящается для вас. Нашли два трупа женщин в лесу. Всем пока. А, всем пока. Здоровья, счастья. Что еще? Что ты еще здесь снимаешь? Ну, надо сказать там, смотрите, будет интересно, ну, подписывайтесь. Ой, не знаю, как вам интересно, ну, но нам, во, как интересно. Так вы с эмоциями, где эмоции? Будет интересно, этот зять меня уже задолбал. Давай. Нет, зятя своего я очень уважаю и люблю. Устала я, короче, дети, все. Оставьте меня в покое. Всем пока.